Всем здравствуйте! Многие помнят, как в конце прошлого года в жизнь Стаса Намина пришла беда. От рук пасынка музыканта погибли его родной сын и теща. Отвлечься от беды артисту помогает работа. Недавно его группа выпустила новый альбом, в который вошло 9 песен на русском и английском языках. Участие в записи музыки принимал Николай Носков, который почти 7 лет не может окончательно восстановиться после перенесенного инсульта. Также музыкант рассказал о том, как относится к Алле Пугачевой. Артисты дружат уже много лет, и даже обстановка в мире не способна разрушить их отношения. Намин отметил, что Примадонна – человек исключительно порядочный и честный. Он уверен, что в уязвимом положении она оказалась из-за своей любви к супругу и неготовности разрушить семью. По словам артиста, он недавно был в гостях у певицы. Намин подчеркнул, что жизнь на святой земле сейчас тяжелая. Также сегодня Станислав Садальский вступился за Пугачеву на фоне призывов признать ее иностранным агентом. Актер подчеркнул, что народная артистка СССР внесла огромный вклад в культуру России, поэтому подобные инициативы и призывы абсолютно неуместны. Напомним, на днях в Госдуме Алексей Журавлев предложил коллегам признать певицу иноагентом. Сделать это следовало уже давно, пока не успела продать свой замок в грязях и не избавилась от активов всевозможных коммерческих предприятий, отметил депутат. Хотелось бы подробнее узнать о деятельности депутата Журавлева. «Что он сделал для развития нашей страны, кроме призыва лишить регалий Пугачеву», – заявил Садальский. «Будем надеяться, что в скором времени ситуация с Аллой Борисовной прояснится более подробно». А у нас на этом все. Берегите себя и своих близких. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем удачи и пока!